Сейчас быстренько Лучше все признаю. проверю. Да. Да-я-я-я. Сейчас будет. Что я сейчас хочу сделать? Начать запись, ага. Ну. Да, через программу будет декан. Да-я-я-я. Все, приготовились, поехали. Ох, как я люблю наш сервер Freenode. Вы бы обратили на это внимание. А что тут у нас? Да ничего хорошего, только 22 чемодана, на кону 1500 рублей, окно банкира, наши участники, и я в костюмчике лицевидном, как говорил Артем Горячев. И все это в студии игры «Сделка». Это единственная игра, в которой невозможно играть. Добрый вечер, уважаемые гравцы, скажем так. Ну, здрасте. Привет. Да, ну, не единственное, вас... есть еще куча игр, например, все игры про Барби. Ой, все. Да, напомнили об этом все безобразие. Напоминаю, для выигрыша суммы 500 рублей нужно иметь хороший ум, а также обходить все ловушки нашего многоуважаемого банкира. А давайте-ка мы берем первого претендента, который прямо сейчас начнет штурм. И то всем выпадет, угадает. Опа! А выпал? Вы знаете, я так иду. Выпал Дэй. Игра по Дэй. Пожалуйста. Ничего не знаю. Я так и знал. Ну что ж, выбираем ваш чемодан, и мы начинаем игру. Ну, значит, никак. Да. Даже если там 1 рубль, все равно будешь брать чемодан. А, кстати говоря, да, у нас... Что более буду брать? Интерактивчик работает. Да. Сейчас я давай, да. Ага, наши чемоданы любят издеваться. Ну, вот теперь поехали. Во. Угу. Выбирай. Так. А что мне с отправлением? Ну, просто говори номер. Окей, восьмерка. Восьмой чемодан. Кстати говоря, это пока... Не нашел ни один из чемоданов интерактива. Смотрим, что здесь лежит. Ну, для начала 40 рублей вполне неплохо. Но. Дальше. 18. 18. Чемодан совершеннолетия. Да. Мне его только через полтора с хрена года отмечать. Открываем чемодан. Чё? Опа! О! Отлично. Поиграли. Да, ну, да. Так. Теперь мы играем на 450 рублей. Угу. Выбирай, да. Выбирай следующий. 15. Какой? 15. 15. То самое количество баллов, которые я набрал РТ по физике. Ага. Да. Посмотрим, сколько здесь рублей лежит. Символично, в чемодане номер 15, 15 рублей. А давай 17, реально. Давай 17, реально. Я, кажется, понял, почему именно 17. Ибо 17 чемодан выбрал падок. Самое счастливое число для меня. Да там рубль, потому что. Не, у меня просто нет никаких догадок, чисто по рандому. Ну, да, это... Как и должно быть. Посмотрим, прав ли Ваня. Ну, рубль только в 10 раз больше. Да. 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 Два чемодана осталось. Я думал, что в чемодане, который я выбрал в интерактиве, там будет больше, чем 10. Третий. Третий чемодан.
Вспоминаем одного из сокланцев Такмолли. Пускай домашку делает, спасибо. Вы его уже заколебали. Котят пошлить надумали, ну что ж такое. Посмотрим, что сделает Терекс. Ну, он нейтрален. Ага. Окей. И последний чёрн раунда. И последний девятка. Девятка. Вспомнили бильярдную игру? Да. Я, кстати, вот пытался как-то в это сыграть, я вообще не понял, что это такое. А, от единицы до девятки просто забивать по порядку и все. Окей. Открою этот чёрн. Да? 3 рубля. Ага. Браво! Я очень быстро перезайду, у меня просто звуки не играли. Так. А, ну, возможно, ты просто саундпак не качал. Не знаю. Раньше играл. Так, ну мы пока ждем. Просто мне тут уже банкир названил. Да пускай, поднимай. Хорошо. Банкир слушал вас. Вот теперь я вас понял, здрасте. Да, пожалуйста. В первом же раунде выбить максимальную сумму. Ну, мы умеем. Как вы это оцениваете? Ну, хорошо. Да, банкир решил сегодня... Да, спасибо. Банкир решил начать с даты вашего рождения, Денис. А именно 16. Не переживайте, рожусь еще. Пас. Хорошо. А теперь есть звуки. Если ты рожусь... Ты уже рожденный. Если ты разжился, значит, ты на кое-кого дрочишь. Ой, все, второй раунд. Вполне возможно. На 1+1, например, по первой. 3 чемодана до предложения. Да, тариф или банкир. Вот. 12 еще, да? Без соответствующей интонации, правда, но все-таки 12. Ну, все, дорогие, да. Открываем. Азаза? Да. Ну, пятерочка тогда. Пятерочка. Да, солидарен тут с одним из игроков интерактива. Смотрим, что здесь прячется. Красава. Красава. Так, ну и 21. Карточное очко. Посмотрим, какое, сколько очков про Евровидение. То есть, я что-то неправильно формулирую. Ладно, хрен с ним. How many points goes to? Yes. 12 points. На. Палиндром. Кстати говоря, тут кое-кто интересуется про месяц рождения. Дэнвер в марте. Я на 3 рубля не соглашусь. Да, тем временем мы таки дождались вызова от многоуважаемого банка. Слушаю. Да, тариф банкир. Безлимитные звонки внутри сети. Да. И что же вы нам думали? Особенно, когда они общаются между собой через стаканчик натянутой проволокой. Ужас. Так у нас банкир трезвенник оказывает. Да уж, хорошо. Вот про то, что вы не пьете, я сейчас вообще мол. Чай или чай? Со мной посоревнуются в трезвенность. О, да. Тут вот что банкир хотел вам сначала предложить. Он хотел 25 вам предложить, но, подумав, решил все-таки отдать вам 37 рублей.
Чем же это обусловлено? А почему не 47? Хороший вопрос. Он мне этого не сказал. Так я лично не понимаю, почему этим обусловлено, поэтому просто забудем про это предложение и пойдем дальше. Окей. Это право игрока. Очередной раунд мы подходим. Какие там у нас суммы остались? Суммы, да, пожалуйста. По-прежнему 400. Мы еще нехило играем. 22. Банкир мне пытается... Мне тут пишут, что пытается мне звонить банкир, но пока он не может мне позвонить. Ибо отключен аппарат полностью. Открывать его, да? Могу. 350 рублей. Ибо батарея села у него. Из-за этого звонить хотел? Возможно, я не знаю. А двоечка. Как говорил один друг, мы пойдем. Будет ли здесь? С этими двоечками не разобрались, давайте хотя бы с этим разберемся. Давайте разберемся. Вызвали Олеговича. Немногим меньше. Да. Короче, следующим числом вызовем Даниловича. Патрик, заткнись. 20. Я не знаю, с чем ассоциирую про 20, так что... Не с чем, знаю. Да. Просто открываем. Ну, видишь, понемножку так спускаемся вниз. Кстати говоря, да. Там, глядишь, и до единицы дойдем. Я хочу дождаться вызова от банкира сначала. Все входящие бесплатно. Да. Звоним через бесплатный платеж Сбербанк. Бесплатный платеж навсегда. Уважаемый банкир, и это все? Все. Как так? Краткая сестра таланта, что такое? Это я просто наперед говорю. Да. Банкир, видимо, вас услышал. И... Как раз двойки пошли в ход, и он предлагает, ну, понятное дело, 4 двойки. Ну, я ж не так на двойках помешан, не надо про меня думать. Нет, конечно, дальше идем. Идем далее. А почему он единицы не предложил двойки? Такс. Я даже начать раунд не успел, но этот... Многоуважаемый товарищ опять... Не, давай поболтаем, чем? Давайте поболтаем снова. А давайте без задавайте. А давайте он предложит 23 рубля и 23 копейки. Ну, это совсем меняет дело. Будет прикол, если он предложит это. Окей. Да, банкир решил сделать вам следующую фичу, и он предлагает вам сделать обмен. На что? Ха. Ну, на один из чемоданов, которые... Меня мой вполне устраивает. Не-не-не. Хорошо. Не отдам. Не отдам. Да. Я не отдам и не отсосам. Патрик, мы слишком упорно. В связи с этим мы открываем первый чемодан. Открываем. Первый канал. Браво! Браво! Браво, Дэн, молодец. Круто. Идем далее. Что-то вроде этого. Так. Что-то начало заходить. Десяточку. Десяточку. Будет ли выстрел прямо в десяточку? Давайте узнаем. Не совсем в десяточку, но все же. Ну так себе, однако. Сумма маленькая. Да. И? Ну, 14 чемодан попробуем открыть. Попробуем 14. Обычно они открываются.
Обычно. Откроется ли он сейчас? Нет. Давайте узнаем. Лучше бы не открывали. Нам нужно больше интригуя. Да. Во как. Ибо практически красота у нас тут вырисовывается. Да. Только убить только 50 рублей. И тогда будет что-то с чем-то. А, слушаю вас. Да уж. Ну, знаете, я этот телефон раздалипал. Об стенку бить его не надо, дорогостоящий все-таки. Не знаю. Но... Усыпано россыпью драгоценных камней. Он решил забрать одну единицу того продолжения, которое он хотел сделать. И в итоге вот что. Не, ну, я, конечно... Я понимаю, что сейчас я могу в три хода понизить максималку до 50, но эта сумма тоже смехотворная, так что пас. Хорошо. Смехотворная, но... Посмотрим, как ты запоешь, когда у тебя рубль 5. Это будет, да, весело. Но вот речь, да, надо. Но, блин... Я... Не ради хвастовства сказать, но я за день зарабатываю на 4 Биг Мак меню, так что 6 чемодан. Ой, Биг Мак, это вкусная штука. Сколько твоя зарплата? Сейчас скажу. Так, вот столько. Это в Риме. Сколько? 9700. Да. Я с таким работаешь. Доброе утро, он же на тебе. Видеомонтажером я работаю. Видеомонтажер, прекрасно, это да. 9700 гривен или рублей? Гривен. О, как! Ну так что там в шестерке прячется? 450. О. Дэн, ну как так, ты что? Ну, в последнее время я люблю каркать, поэтому давай открывать 16. Открывай. Каркать любишь? Каркать. Какать мы все любим, не переживай. Если тут 300 рублей, то ты будешь каркать, как ворона сейчас. Нет, здесь 300, но только в три раза меньше. Но пока что открывается все, в принципе. 19. Мое число, кстати. Пусть там будет пятерка, пусть там 5 рублей будет. Нет, здесь один. А тут рубль. Браво, друг мой, так держать. Фурска держава, тебя погнали. Ну, минималка понизилась. Минималка до 5 повысилась. Да. Он, короче, Дэн, он тебя сейчас продолжил. 147 без стоянок. Мне на следующем. Знаете, он сейчас... он зажлобит 147, ну что. Знаете, мне сейчас банкир говорит, что он сейчас... Короче, он предложит 60. Он сейчас что? Он сейчас орёт за это, то, что открыли. Так, может, он чуть-чуть погромче будет орать, и мы все слышать будем. Знаете, я с удовольствием. У него связки не выдержат, то что, его в больницу положат потом после этого. Да. Банкир, спасибо, всё. Короче, 123 рубля. Или 94. Патрик, вы никакая ванга, потому что во второй раз за игру банкир прошел. Обмен? Да. Слушай, Дэн, не обняй, потому что это сама... Не меняй, сама... конечно, не меняй, Дэн. Не максимально, меняй. Максимально можно еще забрать до 300 рублей. Я еще раз громко повторю, я не собираюсь менять свой 11-й чемодан. Даже если там 5 рублей. Все, вопрос за... Да. Итак. Если мои реплики доходят до банкира Почты России, то не я в этом виноват. Два чемодана нужно открыть. Седьмой. Дэн, а можно я открою этот чемодан для тебя? Попробуй. Потому что я его в интерактиве выбрал.
Дэн, короче, я тебе желаю удачи, пусть ты выиграешь 300 рублей. Открываем. Открываем. Не выиграем. Спасибо. Извините меня, пожалуйста, я не знал, что... 13? А теперь этот чемодан прошло, я открою его, потому что я... Давай, мы ждем эти 50 рублей. Я сейчас вот так сделаю. Вжух ты сделаешь сейчас. 25. Ну, молодец. Короче, 23 рубля он продолжит. Или 5, или 10 раз больше. Мне тут кое-кто должен позвонить, а он торопится. Поторопился. Ну давайте, сколько... Гудки просто идут долго. Ну да. Давайте, сколько Денчик выиграет Денчик? Сейчас узнаем. Сколько? Сейчас, да. одну секундочку. А хоть полтора. Эй, Дэн, пусть он тебе предложит там рублей каких-нибудь. 20, может. Там 23, я даст и все. 23, думаешь? Я думаю, 23, да. Вы думаете 23? Но по сравнению с прошлыми играми, банкир был злобом настоящим. А теперь даже не знаю. Не, но... по этой игре я тоже самое понял. Но сейчас он предлагает 25. Дэн, бери, Дэн. Беру. Окончательное решение. Мне нравится эта сумма, да, беру. Окей. Но сейчас уже все стороны интереса, посмотрим, что было в этом. А можем взять в два раза больше. Наверное, что? Да, действительно. Но тем не менее. Все-таки четверка сохранила 5 рублей. А Дэн, я тебя поздравляю, 25 рублей. Неплохой результат. Надеемся, что когда-нибудь еще с тобой встретимся. Если это вообще встреча когда-нибудь. Ничего, в этом году был Дианон с 40 людьми, так что там кто в следующий на очереди заходит. Давайте посмотрим на результаты. Ого! Жестко! 30 рублей сделали свое дело. Я предлагаю, я сейчас возьму короткий перерыв, пока подготовят нашего следующего претендента. Никуда не отходите. Что, уже? Уже. А что нам еще делать? Кстати, нам ничего не остается делать, как... Мы, короче, наберете там, когда будет вся эта история, я пока думаю. Окей. О, я вовремя. Вовремя отбираем нового претендента. Привет, Дима. Стоп! Я так и думал. Браво! Обломали зайца. Как всегда. Я не удивлен, честно. Да, действительно. Ну что, начинаем игру? Начинаем. Номер 6. Ну давайте сначала сгенерируем строчку и фиксируем от чего надо номер 6. И вот теперь поехали. Порядочку, чтобы не называть поочередно. Хорошо, я вас понял. Ну, я даже спрашивать по-быренькому все делать. Браво! Господи! Если еще будет рубль тут, то нормально вообще будет. Так, что-то у нас остались... Ага, 13 и 16. Так, 15. Так. Еще 9. 9. Нос. Там 300. 30 очков. И последний, что у нас, как я понял, там 16-й, да? Да, 16-й.
Открываем. И получаем... Ооо, рубль! Отлично вообще, классно. Да, начало игры веселое. Веселое, как Чебурашка в строке. Скоро я начну пользоваться автоответчиком, когда мне будет банкир. Господин банкир, вы там еще в порядке живы? Он, по-моему, закурился. А то сам с драйв банкиром. Я твой плачка труба шатал. Ладно. Ну, начнем. Начнем с того, чем мы завершали игру Дениса. Я не возьму. Я промолчу, не буду даже спорить. Идем далее. Чемоданчик покажите. Пожалуйста, ничего не... А где мой чемоданчик? Арифметика пошла. Так, браво! Молодец! Вот реально. Ну и 18-й. Это мой чемодан. Да что здесь будет? Хорошо просто? Попадается 50... Не, у него 5 десятых очка. И, кстати говоря, Макс увеличил минимальную сумму. Слушай. Браво! Увеличил рост своего члена, блин. Ну, знаете, я бы чуть больше предложил, но это ваше. А мне кажется, Максим не жалует свой размер. Ну, хорошо, я вас понял. Все-таки вы... Я понял, вы добрый. Банкир передал привет Патрику. Ибо... Ну, короче, либо это Дмитрос, либо это Sense Drive. Ну, я не буду сейчас делать предположения, но банкир предлагает... Преждевременные... Ни за что. Продолжаем играть. Продолжаю. Господин банкир, я трубочку как бы отключил, так что все. Так, 17, 2 и 21. Хорошо. Давай, Максим, 7.50, 10.15. Это мало того, это был мой чек. Ну вот, что-то с чем. Ну хоть одно нормальное. Зато 45 очков у меня в бабло. Ну у вас, да, 45 очков, а минималка увеличилась до 10. Патрик меня обогнал, что? Да. Я даже твой член смогу тебя обогнать. Что? Патрик, приедешь, кастрирую. Так, банкир, давайте не будем отвлекаться. Ладно. А банкиру наши учения интересны. Банкир очень интересный. Предлагает 35. Нет, все равно шансы у меня. Шансы у меня есть, так что играем дальше. Хорошо, я пока тут. Переслушаю за... чемоданы. Пожалуйста. 7-8. Максим, отвечай взвешенно, не тыкай пока. Уважаемый интерактивщик, я передам вам. Фу, ну хоть так. И 15-й. Да ёперный театр. Не, ну тем не менее, 500 пока еще в игре есть. Снова привет от банкира. Значит, это Дмитрос, спасибо.
Патрик, сделай презентацию. А я тоже натурал. А, кстати, уважаемый банкир, подождите, пока не кидайте трубочку. Не кидайте трубочку. Уважаемый интерактивщик, вы пока потерпите. А тут один интерактивщик передал, что вы жмот. А, это не я. Я молчал. Это я говорю банкиру сейчас. А, кто там хочет минус М? Не буду раскрывать. Ну, если кто-то там хотел минус М, пожалуйста. Но... Да, я все понял, спасибо. Банкир жмут. Да. 45 рублей предложение банка. Нет. А я бы взял. Ну, вы бы взяли. Но три чемодана по-прежнему. 19-12. Сейчас будет опасно. Угадано. Тут 500 в этом чемодане. Там в первом было 500. 100? И... Ну, Макс, держись. 10, 25, 50 и роковые 500 рублей. Почти интерактивная игра без 500 рублей. О, да. Шо, банкир, вас уже обчищают потихоньку. Выполните соответствующую команду. Спасибо. Максим. Теперь банкир предлагает сделать вам ритуал под названием обмен. Моему не меняй чемоданы. Не меняй. Срочно. Не меняй. Может, я сам разберусь, что мне делать? Пожалуйста. Меняем на пятерку. Хорошо, я вас понял, мы меняем. Боже. 25 рублей на 10 рублей поменять. Чё он делает? А мы же забыли. Нам не донесли. Нам чемодан не донесли. А вот теперь у вас какие-то старушки явно стоят. Среди чемодана. А вот теперь давайте здесь интригу и сделаем. Давайте откроем чемодан, проверим, что там. Шестерку, то бишь? Да. Там 25 должно быть. Нет, здесь 10 было. Браво! Вот не зря я все-таки это сделал. Так, а теперь либо 10, либо... Ой, не знаю его. По-моему, возьми... 22 возьму. Там, там за 50 рублей, Максим. 500! Да. Каким чудом Дмитрос мне пишет в приват? Как? Каком кверху? Походу, банкир должен предложить 37.50. Ну что, банкир? В шоке? И он сможет наконец-то предложить 39. Хоть не 10, да. Тридцать семь с половиной. Обидно, что не 500. Да, я понимаю вас. Ну, тут, если было бы 25, например, тогда было бы очень жарко.
Хорошо. Хорошо. Итак, 38 рублей предложение банка. Округлил все-таки. Отзыв. Я не беру. Хорошо. И нам остается сделать одно. А до десяточку надо. Как вы думаете, что здесь? 25. 50. Да и хрен с ним. Ну, для этого формальности. В вашем чемодане было. Да уж. Наши игроки банкротят нас только на 25 рублей. Чувствую, что весь упор сегодня пойдет на интерактив. Ну что ж, Макс, 25 рублей возьмем. Смотрим интерактив. Георгий Шепелитин. А знаете что? А что? Вот вы как хотите, чтобы мы еще одного игрока... Да, еще один игрок пусть будет. Только сейчас, дайте, я сделал одну манипуляцию. Совершу у себя. Митрос, я не знаю, кто выпадет, поэтому отбираем игрока. Какой-то тонкий намек пошел уже. Я правда не знаю, кого выберет компьютер. О нет! О нет! О господи! Да, вот самый! Не закончить выиграть 20-0 по-любому. Человек, покоривший вар. Георгий, я надеюсь, вы меня слышите сейчас. Он слышит и сосает. Мда. Георгий, давайте побыстрее. Значит, мне придется отправить игрока. Хорошо, тогда давайте мы сначала начнем. И зафиксируем чемодан номер 12. А вот теперь мы начинаем первый раунд. Патрик, Георгий, делайте ваш первый выбор. Я не буду медлить, я просто открываю. Такое чувство, у меня такое ощущение, игра начинается одним рублем, заканчивается 500 рублями. Так, открываем. Я буду орать, 102 рубля сейчас будет. Нет. Здесь 7,5 было. Оу. Первый тревожный звоночек. Первый тревожный звоночек в сторону Георгия. Так, 19,5. А что он делает, спасибо? Хороший вопрос. Он хочет это 100 тысяч, да усосается. Два чемодана, кстати говоря, осталось. Так, Дмитрий 5 получил, все понятно. Последний чемодан раунда. Возла. И там не было. Я же говорил, рублем на 150 не закончится. Как чувствовал уже, ну. Вадим подсматривает в монитор. Первый один рубль и заканчиваем на 500, который ни хрена ему не достанется.
Я не знаю, что он не зашафтался. Видимо, лорд рандом... Замечательно! Просто видимо... замечательно! За выгод... За выгодные 500 рублей банкир бы... 30 рублей. Давайте реально, предложите ему 2 рубля 1 копейку. Хорошо. Оставшиеся чемоданы в игре. Кстати, давайте я проверю строчку. Вот я сейчас смотрю строку, я обращаюсь к Дмитрусу сейчас. В том, вот 21-й содержал 7,5. Ну, не знаю, будет ли сейчас тут 7,5. Давайте откроем этот чемодан. На самом деле, ну, знаете, 20, хоть 22 не зашапнулся, строка-то осталась. Точнее, ну не той же, а другой. Что-то я не понесу. Он что, решил положить зуб на 400 рублей, что ли? Давайте, я сейчас даже специально скопирую строку из игры Максима. Дабы проследить. За всеми манипуляциями. Так. Так, 13-й чемодан. Хорошо, смотрим. Последний. 400. Ага. Все, короче. 350 рублей максималка. У Патрика полторашка. Ну, короче, я его не догоню. Это уже ясно. Знаете, банкир был пьяный, банкинг не удался. 35. Хотя 350 рублей еще могут спасти положить. Короче. По сравнению с сайтом, я так. Короче, шепел, лох. Ага. Предложение не изменилось. Отсос продолжается. Ага, выбирай. Как глубоко будем сосать? На 150 метров. А может глубже опустимся? Сейчас посмотрим. Нет. Я сразу поднимаю трубку и жду сразу же предложения. Ну, знаете, у Патрика уже давно как, так что не обращайте внимания. Давно происходит что-то непонятное. Замечательно. О, это чемодан мой, я его открою сейчас. Шепель, подавись. Подавитесь вы. 13 рублями. Я сейчас посмотрю, кто там выбрал. 16? Его кто выбрал? Мне кажется, ему... А, Юрасик выбрал 16. Ого. Неплохое прибавление у Максима. Мне кажется, Шепелю не достанется 350. Если 250 не досталось, то 350...
Большое браво! От Георгия Шепельда. Только сейчас. Только на канале НТВ. Да, что? Какой интернет? Чего? Максимально можно выиграть 50. Да, да, вампир. Он тупица. Ничего сказать нельзя. Что вы предложите? 15. Что Шипель делает, а? Ого! Да. По логике должен 10 рублей. Я тебе скажу так, он изредка читает нотисы, так как ему не до этого. 35 рублей расходимся. 23 ему предложат. 20 или 50. Предложение. 23. 25 рублей. Да, а что не 35? Он самоубийца. Ну? Последнее предложение сегодняшнее. Тем более. Он отсоса не хотел взять, вот это прикол. Смотрим. 18 фраг. Он смог отсосать, друзья. Он это сделал. Он смог и забрал в два раза больше. Максим. Дуракам везет. Причем очень. Ну, на этом время нашей сегодняшней недели заканчивается. Касьянов плюс Юрасик равно мы. Да? Правда ваша. Да. И Жора забирает целых 50 рублей. Ну что ж, подводим итоги интерактива. Ты еще раз заберет что-нибудь. Неудивительно! Я вообще почти вниз опустился. Таким образом, Георгий сегодня забирает еще 25 рублей. Мы сегодня без бонусной игры обойдемся, поэтому 25 рублей в качестве победы. А все остальные... Да. 75 рублей он забирает, а? Суммарно сегодня он забирает 75. А банкротили, однако, нас на 125 рублей. А смогут ли обанкротить нас еще больше? Хороший вопрос. Встретимся либо 30-го, либо 31-го декабря. Но покажет время. Это была сделка, и помните, мы вернемся. Адьос. Минуточку потеряли. Увы.